Всем-всем добрый день. Мы приглашаем вас на нашу программу «В гостях у сказки» с самыми активными участниками наших дебютантов. Изгиб гитары желтой я обнимаю нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ура! Так, действительно, очень здорово, что именно сегодня мы здесь вместе собрались. Фу, человечьим духом пахнет. Фу. А вы что здесь собрались? Ой. Вон отсюда, вон. А это что за зверь? На что вы здесь собрались? Почему меня не позвали? Ой, подождите, хватит буянить, бабулечка. Ты же не баба-яга, а баба-йога, то есть спортсменка. Правильно я говорю, да? Но мы же тебя хотели пригласить. Озорничать-то не надо, не озорничайте. Посмотрите, коту на хвост наступили, на кота. Дедушку чуть не обидели, Джину рога пошибали. Ну, безобразие это просто. Ну, нельзя ж такой быть, да? А мы тебя хотели пригласить, в лес пошли. Твоя избушка была заперта. Да. Ну вот, и как же мы тебя позовем? Послала Джина к лешему. Так он его, знаете, так растрепал, что ему мало не показалось. Разберусь да? потом. И Хаттабыча полбороды снес. И что вы хотите? Пришлось мне потом идти отправиться в созвездие аж Водолея. А мне сказали, вы на своем метле умчались по Млечному пути, в какую галактику мне не сказали, где же мне вас искать потом? Да, садитесь, нам оставайтесь. Очень ой, приятно. Как у вас, оказывается, хорошо, тепло, светло. Мы ее примем. Можно я останусь? Можно. Примем к нам. Конечно. Вот, мы принимаем, садитесь, успокойтесь. Добрый день, друзья. Я из сказки Шахерезада. Вы, наверное, сказку нам расскажете, да? Нет, я вам сказку не расскажу. Я вам лучше песенку спою. Хорошо. Better.
Наша дочь царевна Будур, Будур, Будур. Ты где? Я здесь. Я пришла к вам со стихотворением. Эдуард Осадов. Слово о любви. Любить – это прежде всего отдавать. Любить – значит чувства свои, как реку, с весенней щедростью расплескать на радость близкому человеку. Любить – это только глаза открыть и сразу подумать еще зарею. Но чем бы порадовать, одарить того, кого любишь ты всей душою? Любить – значит страстно вести бои за верность и словом, и каждым взглядом, чтоб были сердца до конца свои, и в горе, и в радости вечно рядом. А ждет ли любовь? Ну, конечно, ждет. И нежности ждет, и тепла, но только подсчетов бухгалтерских не ведет. Отдано столько-то, взято столько. Любовь не копилка в зашкафной мгле, песне не свойственно замыкаться. Любить значит с радостью откликаться на все хорошее на земле. Любить – это видеть любой предмет, чувствуя рядом родную душу. Вот книга, читал он ее или нет, груша. А как его эта груша? Пустяк? А чего? Почему пустяк? Порой ведь и каплю жизнь спасают. Любовь – это счастье вишневый стяг, а в счастье пустячном не бывает. Любовь – не сплошной фейерверк страстей. Любовь – это верные в жизни руки. Она не страшится ни черных дней, ни обольщения, ни разлуки. Любить – значит истину защищать, даже восстать против всей вселенной. Любить – это в горе уметь прощать все, кроме подлости и измены. Любовь – не веселый бездумный бант и не упреки, что бьют под ребра. Любить – это значит иметь талант, может быть, самый большой и добрый. И к черту жалкие рассуждения, все чувства уйдут, как в песок вода. Временно только лишь увлечение, любовь же, как солнце, живет всегда. И мне наплевать на циничный смех того, кому звездных высот не мерить. Ведь эти стихи мои лишь для тех, кто сердцем способен любить и верить. Я к вам пришла, я, царевна Несмеяна, меня называют. Да, мне всегда скучно. Мне всегда хочется плакать. Сказали, что у вас будет весело. Можно я у вас посижу? Да, конечно. Ты не только посидишь, царевна Несмеяна. Если ты нам что-нибудь споешь, и слезы сами с собой высохнут, вот убедишься в этом. Да, ладно, я вам спою песню. 20 миллионов 240 тысяч. Да яркое белое горит, ой, ночи темные да горячие объятья, сердце да девичье ты заговорил. Ой, мама, маменька, да не умею врать я, любимый мой, лети, как вольный ветер, казачья кровь. Да конь твой вороной, любимый мой, один такой на свете. Да не судьба нам вместе быть с тобой, любимый мой, любимый мой. Степь до ковыль, до самой до зари, долго ли коротко, а на двоих дорога. Сердце да девичье ты заговорил. Ой, люди добрые, да не судите строго. Любимый мой, лети, как вольный ветер. Казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой,
один такой на свете. Да не судьба нам вместе быть с тобой, любимый мой, любимый мой. Солнце да яркое белое горит, сердце да девочек и заговорит. Любимый мой, лети, как вольный ветер, казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете, дай мне судьба нам вместе быть с тобой. Любимый мой, любимый мой. Какая прелесть! Такой котеночек! Кис-кис-кис! Ты откуда? Я кот в сапогах! А где ж твои сапожки, котик? В прихожке! Ну ничего, ты же такой чистенький, видите? Соблюдаешь дисциплину. Садись, садись, присаживайся. Кис-кис-кис-кис-кис! Может, со мной идешь? А? Может, со мной идет кошка? Ой, там крысы появились, прям скоро надо меня самуть съедят. Нам самим он нужен, он такой чистюля. Не отдадим, да, нет, ребята? Нет, не отдадим бабьяге кошку, нет. Нам нужен самим. Ой-ой-ой, как я устала! Я от крота слепого сбежала, к вам прибежала. Ой, не переживайте. Если вы что-то исполните, то ни один и слепой, и не слепой крот не догонит и не достанет среди нас. Правильно я говорю? Да, конечно, правильно. Попробую вам сыграть. Бедок-то-бедок, шалала! Ой, Гассан Абдурахман ибн Хаттаб, кажись,
Да, я, да, то есть Хаттабыч, вас я тут и не признала, без бороды-то. А куда она у вас подевалась? За долгие годы моей жизни много было обращений за исполнением желаний. Вот и иссякла вся моя борода. Ничего, Хаттабыч, не переживайте. Если вы среди нас окажетесь, у вас такая замечательная борода пышная вырастет, лучше и гуще прежнего. Как я буду рад, я снова смогу исполнять ваше желание. Ой, я на очереди первый, пожалуйста, хорошо? Так, я смотрю. У нас группа бременских музыкантов должна к нам подоспеть. Но что-то группы не видать, один только. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вот прибыл на ваше мероприятие. Давно и много слышал доброго о общественной организации ИРД. Поэтому вот прибыл, чтобы вам исполнить известную композицию в своем исполнении. А мои друзья, они... на гастролях, поэтому вот я здесь к вам прибыл один. Позови меня тихо по имени, ключевою водой напои. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застегни стекла оконные. Там кивает сирень и смородина, позови меня, тихая родина. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня. Знаю, сбудется наше свидание, затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется. Колокольчик вдали эхали, только мимо с тобой мы проехали. Набыли кругом накопытили, даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня, позови меня, грусть, печаль моя, позови меня. Позови меня на закате дня, позови меня, грусть, печаль моя, позови меня. Позови меня тихо пои, ключевою водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание, я вернусь, я сдержу обещание. Итак, дорогие мои, у нас сегодня очень важный гость. Четвероюродный внучатый племянник, а может и не племянник, не могу знать, Габдуллы Тукая, нашего знаменитого поэта, а может и брата троюродный внучатый племянник, и об этом я тоже не знаю, может он сам об этом не знает, а может и знает, я тоже об этом не могу знать. Марат, пожалуйста. Да, я случайный племянник Габдул Тука, Марат Тука. Да, хотел бы с вами поделиться стихотворением. Стихотворение называется «Секунда».
что в нашей жизни есть самое ценное и хрупкое? Это наша с вами жизнь. Стихотворение называется «Секунда», потому что и вправду наша жизнь как пролетает всего лишь одна секунда. И под ваши бурные аплодисменты я начну. Секунда. Влюбись в секунду той минуты, что всем дана нам на земле. Не надо ждать того мгновения, когда часы уснут в тебе. Тук-тук, тук-тук. Я слышу стук биения сердца. Тик-так, тик-так. Моя секунда словно песня. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот миг долетит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано повстречать, сколь беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. И мы все забыли про миг той секунды, дарованный Богом на несколько дней. Бежим мы по кругу, как белые мыши, стремясь свое счастье достичь поскорей. И мчась все за счастьем, вот оно, вот оно. Люди ослепли от блеска теней. Деньги, машины, слава, признание стали важнее души уж моей. И вот она слава, вот то признание, вот этот блеск жизни моей. Но время прошло. Счастье, куда же ты? Вновь от меня безвозвратно ушло.
И я все бегу за новым успехом. Биткоины, айфоны, крипта и Газпром. Я накопил свое счастье навеки. И вот рынок фонда пошел ковырком. А как все достало! Ну где же ты счастье? Хватит бежать! И вдруг в теле слева плохо так стало. Что-то в груди перестало стучать. О боже! Где был я душою и телом? Сердце, время свое на что променял? И где же тот маленький мальчик, что жить до 100 лет мне обещал? Я вспомнил, как в детстве когда-то бежал босиком по траве и с ветром мчались навстречу к секретам, что скрыты во мне. О, жизнь, ты прекрасна в моменте! Кричу я сейчас в темноте, увидев звездное небо и солнце, что светит во мне. Рука на груди, услышал стук сердца, вмиг осознал счастье, вот где! Светом наполнилось это мгновенье. О Боже, спасибо за жизнь на земле. Благодарю секунду той минуты, что всем дана нам на земле. Не надо ждать того мгновения, когда услышишь стук в себе. Тук-тук, тук-тук. Я слышу стук, биение сердца. Тик-так, тик-так. Моя секунда словно песня. Благодарю. По поводу родственных отношений не могу утверждать, я все-таки не генетик, но искра нашего поэта Тукая, я, похоже, в этом убеждаюсь, в тебе есть. А сейчас я смотрю, так усердно у нас Аладдин трет свой кувшин. Ой, нет, не кувшин, похоже, он так натер, что его уже разбил. А кумган он, по-моему, трет, да? Неужели он надеется, что это, из этого именно кумгана может вылететь джин, да и что-то... Я джин из кумгана! Вот только стоит вспомнить, я вот тут как тут. Решен могучий Аладдин, на свете я такой один. Молодцы. Ой, ровно, ой, ровно.
Ябка жена поварит мне, ябка же ёлка склана тыков сада. Без деберге буна бамар, сумар урге лок сада. Ялады завка же турге не стоим, Эзине узеткаем, Нига сумарге жетарам, Бирмей без ладерга. Программу исполнили. Баба-Яга, Венера. Шахрезада, Халима Исмаилова. Принцесса Бадур, Екатерина. Царевна Несмеяна, Гузель. Котцы Багар, Дима. Ремовочка, Альфиабий. Сталик Хаттабыч, Фарзат. Случайный племянник, Марат. Джин, Агит. Бременский музыкант Вячеслав. Аладдин Зургиев! Так, мы старались, как могли. Да и вообще, человеку много надо, а нам нужны просто ваши аплодисменты. У кого есть что сказать, можете высказаться. А если не сказать, вот есть, по-моему, кто-то идет. Спасибо большое. Кто-то идет. Вот маленькая. Тишина. Давайте послушаем. Я Ружня Абдулхасовна. Я хочу всему руководству посвятить свой стих. И всем преподавателям нашим. Вы птицы, украшение небес. Ваш дух ислам, а вера ваши крылья. И вы солнце луч, а жизнь ваша полет. Вы сказка, которую Всевышний Аллах сделал для нас былью. Стремитесь к краю вы, хоть нелегок путь. Добро и свет старайтесь оставлять вы людям. И пусть Всевышний Аллах одарит вас садами Фирдауса и ниспошлет для вас милость и баракет. И для всего человечества. Спасибо вам огромное. Все, ребята. Спасибо. Спасибо. Удачи дальнейшего. Желаем удачи дальнейшего.